Вернувшись в лам, ослицу расседлал, задал ей корм под самую завязку. Бока щупа ласково и стало очень жаль, что не продать и не пустить на мясо. С музейной редкостью не жить же под стеклом, из мемуаров не выстроишь достаток. Со дня тогдашнего и царство утекло, как до деньжищ валака был он падок. С благословением ворвутся иудеи, их меч сверкнет и оборвет цепочку. Из прежней дали дней еще виднее, мы судим Валаама незаочно. Все та же скалы млеют от жары, в долине светят мириады звезд. Благословением кого Господь накрыл? И Петрохиль над кем, чтоб не замерз? Бог покоряет и сметает прочь изжившие себя мирские поколения. Чью Валаам благословляет дочь, чьим юношам Бог перебил голени? Нам не хватает, просто нет нигде ослиц послушных, говорящих ясно. Звезду Давида можно проглядеть, окажутся пустыми в сердце ясли. Конечно, чудо ангела увидеть, зажать пророка к твердости скалы. Ослы, монахи, не сидите с сиднем, давно пора из ружей всех палить. И не осел, ослица взбеленилась и обличила жадного пророка. Узреть опасность – это Божья милость. Иначе меч пронзит, и рухнешь в пропасть. А Валааме знаем мы немало, такой крутой, закрученный сюжет. Что далее со ослицей бедной стало? Наверное, Христос грядет к душе. 3 мая 2008 года.